носом тебе не дают, думают, сотни, блядь, на дороге не валяются. Ну, спеши сам. Заходим за... Задирает юбку. Становится раком. Я руку на жопу и глажу. И глажу. И глажу. И глажу. Тут он мне говорит, слышь, чего, шлепать-то будешь? Ага. А ты и говоришь, если бы у меня была сотня, то я бы тебя, конечно, шлепнул, да? Да пошел ты нахуй, хули ты вообще знаешь? Да ты 2 недели назад уже рассказывал ту же самую идиотскую историю. Фу, блин. Слышь, козел, ты сегодня заснешь, и тебе пиздец. Все родилась елочка, а рядом с нею пень. И пень просил у елочки 4 раза в день. А ё... Еще раз тасишь меня на ногу, я тебе хуй отрежу. Да, блядь. Здоровичок. Раз, два, три, 4, 5. Да. 25. 25 западной. Иди нахуй, понял? Да ты мне на этот вопрос ответь. Пожалуйста, можешь ответить мне? Что? Послушай, пойми, Антирас, когда мне нужно с тобой поговорить, я буду говорить с тобой. Пока сиди заткнувшись и жди, пока мы с тобой разговариваем. Понял? Марчушка сраная. Поговорите, вы можете. Поговорите, сраная. Ответь мне на этот вопрос. Что тебе стоит? Ты просто блядская зараза. За общение с такими тварями, как ты, не то что люди. Корова дохнут, тварь. Я тебя убью, тварь! Еще! Смочи! Я тебя убью! Остынь! Тебя убью! Я тебя убью! Успокойся! Я его убью! Успокойся! Если эта сука меня еще один раз тронет, он к мамочке не вернется, блядь! Остановись! Что с тобой произошло? Дай мне этот нож, я этого гада сейчас зарежу. Ножи, чтобы есть. Из-за чего мы деремся? Неужели передо мной тот самый Саша, который пришел сюда 3 месяца назад? Все на этой ёбаной подлодке перестали быть теми, кем были 3 месяца тому назад. Ну надо же хотя бы постараться. Нет, Олег. Поздно стараться. Надо перестать стараться. А как насчет твоей жены? Она выходила замуж за нормального человека, а не за дикаря. Неужели она не заслуживает, чтобы к ней вернулся домой нормальный мужик? Мы не можем этой пучине позволить нас засосать! Я чувствую, что все время я погружаюсь все глубже.
глубже с этими людьми. Может быть, мое призвание в поле где-нибудь работать? Да, трактористом. Извини меня. Подсоедини меня. Подключи электроды, у меня все мышцы свело. Извините, капитан, у меня все руки в крови. У нас у всех тут руки в крови. Подсоедини меня. Мне нужен массаж. Да я серьезно, у меня. Я вам всю спину измажу. Всю спину кровью измажу. Олег, мы теряем время. Драгоценное время. Я бы давно уже получал массаж. Просто подсоедини электроды к спине. Ух! И на поясницу. А как твоя спина? Лучше, чем мозги. А, молодец! Что ты делаешь? Свинья! Убей его! Олег, пожалуйста! Сука! Что ты наделал? Двадцать градусов северной широты. Нет. Северной. Ты меня слышишь? Северной широты. 30 западной. Ты что там, оглох? Я не пойму.
Там сын, пропустите доктора! Молчать! Пропустите доктора! Молчать! Тихо, не мешать! Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как на дне. Ваше Величество, женщина, да неужели ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, Ваше Величество, да неужели сюда? Хороший передок у нее, блядь. Смотри на него! Чего ты уже? Давай еще, еще, давай, давай! Thank you.
Дикарям придется есть руками.